Наша программа «Танго студия» продолжается. Прямо сейчас давайте выполним упражнения, которые помогут нам стать красивее. У нас на связи Анастасия Абасова. Настенька, доброе Давно утро. Давно я не видела Настеньку. Доброе утро. Люблю вам вот комплимент. Да, действительно, хорошеет с каждым днем. Наша мисс Улыбашечка. Ну, давайте займемся нашей красотой. Да, и сегодня мы с вами поговорим о том, как увеличить губы, не прибегая к каким-то хирургическим и косметологическим процедурам. Нам для этого понадобится пылесос. Нет, обойдемся. Тебе надо целоваться побольше с женой. Сделаем все очень экологично, безопасно, и главное, это все будет приятно. Так вот, ну я думаю, что эта тема очень интересна многим, и даже скажу по секрету, даже мужчинам. Так вот, как это упражнение выполняется? Нам нужно пальчиками такой прямоугольник сделать и зафиксировать зону вокруг губ. Вот таким образом. Так. Мы сильно не давим, просто зафиксировали и начинаем делать уточку. Вот таким образом. Только старайтесь сильно не напрягать контур губ, чтобы у вас не получилась такая картина. Да, мы должны вывернуть наши губы. Пальчиками мы фиксируем и создаем сопротивление. Ух ты. Я надеюсь, укусил. Очень хорошо видно меня. Палец или язык? Нет, губу себе укусил с другой стороны. Вот таким образом, да. Напрягается зона вокруг губ. Не контур, а зона вокруг губ. Выполняем 10 раз быстро, 10 раз медленно, и потом задерживаемся 10 на 10 счетов в статике. Так, хорошо. Если вы выполняете правильно, то с каждым вашим, так скажем, с каждым упражнением уточка, ваши губы будут синеть, и когда вы отпустите пальчики, они так раз нальются, станут красненькими, и контур губ появится, и станут такими аппетитно пухленькими. Так вот, когда вы выполнили это упражнение, обязательно в конце нужно расслабить зону вокруг губ. Пальчиками постучали. Вот это мне нравится. Пощипали контур. А, так, хорошо. Только сильно не оттягивайте губу, чтобы не повредить кожу. Чтобы ее не растянуть. Верхнюю губу. Теперь вот таким образом пощипали. Пощипали, наши пальчики устали, мы немножко отдохнем и опять щипать начнем. Вот таким образом. И если вы все сделали правильно, то у вас очень хорошо выделится контур губ. Слушай, вот просто сказка какая-то. Как прекрасно. Всего можно добиться вот так вот, постоянными упражнениями. Не обязательно действительно ходить на уколы эти ужасные. Сейчас. Причем это упражнение можно выполнять независимо от времени, независимо от места, где вы находитесь. Везде, в машине, дома, в офисе, везде-везде его можно выполнять. Вот такое вот классное упражнение и очень эффективное. Супер. Спасибо большое, Настя. Ну а для всех наших телезрителей, кто хочет повторите эту процедуру, быть может, узнать о каких-то других. Заходите на наш YouTube-канал iNAS Production. У нас там много интересного. Спасибо большое. Спасибо, увидимся.